парень весь Новгород. Производства. Обмен опытом забастовочной борьбы. Слово по этому вопросу имеет Владимир Михайлович Кудрявцев. Пожалуйста, готовьтесь к выступлениям, к обмену опытом. Значит, вопрос о сохранении, о забастовке, как средство сохранения отечественного производства, у нас в какой-то мере уже привычен. Да. Вот, казалось бы, о чем говорить, сколько можно, тем не менее, говорить об этом нужно. Потому что сейчас ситуация меняется достаточно быстро. И самое главное, что и способы уничтожения наших предприятий все время меняются, с одной стороны. Так, и с другой стороны, у людей появляется все больше и больше опыта в борьбе с этим. Значит, если три-четыре года назад, когда начались вот первые выступления, в основном стихийные, базовой позицией было «дай зарплату». «Дай зарплату». И, кстати сказать, это нормальная совершенно ситуация. Большего тогда люди в принципе потребовать не могли, поэтому ничего удивительного, что люди поднимаются в первую очередь за свою зарплату. Это нормально. Дальше движение, а вот дальше интересная вещь наблюдается. У достаточно большого количества рабочих, я говорю о рабочих прежде всего, потому что здесь уже отмечалось, все-таки интеллигенция в плане самоорганизации, в плане борьбы за свои, так сказать, права и интересы гораздо слабее рабочих, вот, даже в стихийных выступлениях, вот, а в плане организации, значит, интеллигенции вообще очень трудно на что-либо, так сказать, реальное, на какую-то реальную организацию подвигнуть. Существует до сих пор вот такая позиция. Значит, одни говорят, а нам зарплату дай, а там хоть трава не расти. Одни говорят эту поговорку до конца, лишь бы сено было. Вот. А другие заканчивают на то, хоть трава не расти. Значит, ну, конечно, можно, конечно, и так рассуждать. Но на грубых кормах всю жизнь не проживешь, помрешь. Да? А когда трава не растет, это один момент. Второй момент, когда трава не растет, это значит пустыня. А в пустыне уютно кто себя чувствует? Те, которые кусаются насмерть. Ну, этим да, и их пустыня устраивает. И вторая категория, пресмыкающиеся. Значит, вот многие рабочие начинают понимать, что, так сказать, тарантулами им не стать. Так? А пресмыкающиеся тоже, в общем-то, неуютно. Итак, им уже четко объясняют, что пресмыкающиеся – это, ребята, плохо, половая тряпка у двери, плохо работать вот в такой должности. Значит, у меня такое, значит, предложение. В забастовочных требованиях на предприятиях, значит, необходимо, значит, включить такой пункт. Те предприятия, которые брали в коммерческих банках под огромные проценты, это вы помните, 200, 300, 500% даже было. И надо прямо сказать, областная администрация заставляла директоров брать такие кредиты, якобы, мол, потом вы выплатите. Значит, создали огромную массу этих банков. У нас в Горьком только их, не знаю, наверное, штук 50. И вот сейчас стоит вопрос перед, значит, коллективами, особенно у дирекции предприятий. Вот эти долги накрученные, искусственно, надо прямо сказать, накрученные, значит, требуют от правительства, чтобы, значит, их
Ну, как говорится, снятие. Тотчмаш, государственное предприятие. Вот я слушал как раз Кудрявцева, вот мне это было, будем прямо говорить, близко к сердцу, потому что, хотя положение несколько разное у нас, чем, значит, у них и у нас, значит, но мне, почему близко? Да потому что мы можем попасть под тот список 1100 предприятий, которые наш этот рыжая скотина собирается вместе с вашим бывшим выдвиженцем, значит, провернуть. Сложилось так, что где-то вот осенью отошли у нас предвыборные кампании, городской совет, ко мне подошли, правда, не решать, вот так открыто никто не хочет почему-то. Но, в принципе, подошли и сказали, значит, на заводе наши товарищи, что, ну так, по очереди, понемножку, значит, что, вы знаете, Николай Викторович, а ведь, значит, в Москве там решается вопрос о том, что мы будем вычеркнуты из первого списка, переведены во второй. То есть те, которые, так сказать, уже полугосударственные, полунегосударственные, хотя не совсем казенные. Потом второй подходит, третий. Значит, что я мог сделать в данный момент? Прежде всего, надо было уточнить. Приходишь к руководству, оно, значит, делает вид, что да, что-то, но ничего страшного, Николай Викторович, не бойтесь. Пока еще ничего страшного. Да, ничего страшного нет. Ну это что было? Шли выборы, шла вот эта, думаю, ну какой метод избрать сейчас, чтобы, так сказать, не осталось все в тишине. Я говорю, знаете что, если меня избирает первый свой запрос, я делаю по поводу судьбы нашего завода, администрации, профсоюзу и администрации вышестоящей, чтобы прежде всего уточнить, что нас ждет. Я председатель совета рабочих города Рязани. Работаю на приборном заводе. Фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Лидов Николай Андреевич, вы, наверное, знаете. Мы это знаем. Значит, первый шок с отъездом сюда, значит, на совместном заседании Совет рабочих и трудовой Рязани, мне просили они передать вам всем привет и пожелать успехов в работе. Спасибо. Ну, у нас как такового забастовочной борьбы в Рязани очень мало. Практически только на двух предприятиях. Это завод электронных приборов, где забастовка длилась 90 дней. Значит, они в основном требования удовлетворены. Единственное, что осталось, не убрали директора. Но в момент забастовочной борьбы все наши организации оказывали и моральную, и материальную помощь. Так, в частности, райком КПРФ Советского района перевел 200 тысяч, горком где-то 1 000 000, и горсовет 1,5 миллиарда из своего бюджета для поддержки, значит, рабочих классов на зарплату. Горсовет? Да. Но у нас сейчас, я расскажу дальше. Из бюджета городского. Ну иначе что ж, людям как-то надо жить. Вот. И голубая ока, это швейное предприятие. Там дело тоже, не выдается зарплата. Московского совета рабочих, даже не совсем из Московского совета рабочих. Я вообще член Московского совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Вот. Я хочу вам передать приветствие, в том числе от Российского исполнительного комитета съезда рабочих, специалистов и служащих. Вот. Спасибо. И представьте, просьба. Фамилия, имя. Меня зовут Пугачева Жанна Борисовна. Я уже представлялась просто немножко раньше. Для записи. Вот. Я хочу сказать, что вот общая тенденция возрастание сопротивления, если так можно сказать, усиление рабочего движения за свои права, она наконец начала захватывать и Москву. Если год назад на Всероссийском съезде рабочих в основном рассказывали о своих забастовках люди с мест, с периферии, из красного пояса, а москвичи в основном слушали и молчали, вот, то вот сейчас весной проходил съезд рабочих Московского региона, уже говорили о том, что проходят и пикеты, и небольшие забастовки на таких вот предприятиях, как, например, фабрика «Савка» Иван Цети. Предзабастовочное состояние было вот на «Красном пролетарии».
И я хочу сказать, что большим, я считаю, достижением было то, что вот необходимость в объединении различных рабочих организаций, она проявилась и в Москве. И поэтому у нас есть здесь из трех советов был избран единый координационный совет для координации действий в размерах всего московского региона. Вот, практически он сейчас начал действовать. И на съезде была принята резолюция о единстве рабочего класса. В общем, организовались в тут же в профсоюз ФНПР, в который сидел, в общем, без дела, он стал работать. Потому что появился у него конкурент. Не как бы, а конкурент. В общем, в этой сфере. В общем, мы написали письмо директору Степанову Владимиру Александровичу, что положение на заводе критическое и рабочие готовы на радикальные меры вплоть до перекрытия Северной железной дороги. И, в общем, он до этого только что приехал из Ярославля, из управления Северной железной дороги, и оттуда ничего не привез, имеется в виду из финансов. Забастовка как средство сохранения отечественного производства. Российский комитет рабочих, обсудив имеющийся опыт забастовочной борьбы, разъясняет. Первое. Во время ведения коллективного трудового спора на предприятии запрещается увольнение, сокращение штатов, реструктуризация и смена собственника предприятия. Второе. Коллективный трудовой спор ведется до полного выполнения требований коллектива, а не до окончания остановки работы. Так как количество и продолжительность остановок в процессе трудового спора ничем не лимитируется. Рекомендует трудовым коллективам шире использовать процедуру коллективного трудового спора в борьбе за свои интересы, сохранение своих рабочих мест и отечественного производства. Без 24 до без 20-16. Да, молодец. Победить мы специально готовили. Значит, где, но люди здесь почти все старые, они знают, где можно пообедать. В буфете, в гостинице, пирожковый.